Всем привет, друзья! Мы в Бивионе, Италия. Гуляем по пляжу и наслаждаемся жизнью. Как сказать по-тайландски, сабай-сабай. Следуйте за нами. Друзья, вода просто прекрасная, изумительная, так что купаться здесь отлично. Ну, немного бутоватая из-за того, что волняшки идут. А так пляж полный, и все купаются. О, какое красивое море, блин, просто фантастика. Так и хочется оставаться в море подольше. На улице сегодня жара такая. Хорошо качаться на волняшках, столько эмоций у нас. Ой, какая красота. Ребята, это фантастика. Отсюда вид просто на Бибионе, просто супер. Выходить из моря неохота. Волны, красота. Иногда хочется вот так покататься на волняшках. Такой штиль иногда надоедает, а здесь самое то. Песочек горячий, волняшки, кто-то занимается вот гимнастикой. Фантастика, а? Столько людей много, очень хорошо. Красивый, теплый отдых. Лето, друзья, море шикарное. Адриатическое море, теплое море. И мы в Бибионе. Выходить неохота. Класс. Так бы оставался здесь на волняшках, качался бы дальше. Фантастика. Неохота даже вылазить из моря. Прям класс. Решили сейчас прогуляться в сторону Пинеды. От нашего отельчика, где мы лежим на ликах. Ну, здесь расстояние какое-то, наверное, 4 километра, если до конца идти. Ну, мы, конечно, не пойдем, сегодня жарко. Очень много отдыхающих. Ну, сейчас обеденный перерыв, как бы. И все, многие идут себе в апартаменты. Поесть, может быть, что-то. И вернуться уже после обеда. Играли когда-нибудь в бочу? Это боча, это прикольная игра. Кидаешь мячик такой, и надо двумя основными мячиками ближе к этому мячику положить. Кто выиграл, тот имеет право кидать этот шарик на любое расстояние, которое он захочет. Так. Есть катамаранчик, на котором можно поплавать. Красота! Всякие водные аттракционы. Мы прогуливаемся каждый день по пляжу и показываем вам всегда новое что-то. Народ сегодня. Прибавилось народу на пляже. Так, опять посмотрим цены. Здесь... Что тут у нас? Виндсерфинг, 45 евро, 2 часа. Ну и что, катамаран я не вижу. Курс 45 часов. Помимо пляжного отдыха, на этом курорте есть еще и масса способов разнообразить свой досуг. В частности, здесь оборудованы прекрасные теннисные корты. Поля для игры в гольф и школа верховой езды, ребята. Здесь можно на лошадях кататься. Можно совершить какие-то прогулки по живописным окрестностям. Для особо активных туристов предоставляется прокат велосипедов, на которых можно отправиться в небольшое увлекательное загородное путешествие или просто покататься по извилистым городским улочкам. Здесь есть лунопарк, отличный городской аквариум, посетить который наверняка будет интересно взрослым и детям. Не составит труда совершить незабываемую поездку и в Венецию, добраться до которой можно как самостоятельно. Мы, например, ездили в прошлом году на машине. Парковка, ну, там немного дороговатая, но можно и погулять по самим. Купить, например, карту, если вы плохо ориентируетесь или не были ни разу. Ну, или с гидом на международном автобусе, междугороднем. Так, в числе экскурсионной группы с профессиональным гидом, можно здесь в любой агенции подойти и спросить,
как нам организовать с гидом вот такую экскурсию? Можно съездить в более крупный курортный центр, граничащий с Бибионе, Литой, да и Эзело. Так что здесь много интересных и всевозможных развлечений. Кстати, кто катался на парашюте, на паралайсинге, мы в прошлом году с Марией полетели. Нам очень понравилось. Напишите в комментариях, кто катался, летал на парашюте, друзья. Это очень классно. Туристы Бибионе могут выбрать любой из 32 отелей. Это очень много. Основные отели здесь трехзвездочные. Все гостиницы курорта имеют собственные бассейны. Но в хорошую погоду стоит, конечно, полежать на пляже. Именно в Бибионе предпочитают проводить свой отпуск даже сами итальянцы. Это говорит о многом. Это довольно спокойное, тихое место. Ребята, это пляжный отдых, где полноценно можно отдохнуть душой и телом, чему способствует целебный морской воздух, уникальная термальная вода и умиротворяющая природа. К тому же здесь есть огромное количество развлечений на любой вкус и одни из самых лучших торговых центров на севере Адриатического побережья. Так что женщины скучать не будут. Ну, а здесь есть на пляже и такие передвижные базарчики. Женщины здесь как пчелки на мед. Просто их не оторвать. Смотрите, здесь можно купить и купальники, и какие-то сумочки, и накидки. Всяких размеров разноцветные. Просто фантастика. Конечно, женщин здесь много, и они ходят и все ищут что-то, какую-то маленькую, но интересную для себя вещь. Курорт разделен на две зоны. Бибионис Пьяджа представляет интерес для тех, кто любит активный отдых и развлечения. И Бибионис Пинеда – лучшее, тихое место, где, можно сказать, спальный район. Бибионис напоминает остров, омываемый водами Адриатического моря. Песчаный пляж курорта, протянувшийся более чем на 8 километров в длину, и в ширину достигает почти 300 метров. Это самый большой пляж Венецианской ривьеры. У берега море неглубокое, поэтому Бибионе идеальное место для детского отдыха. Как я уже говорил, дети здесь просто будут в восторге. На пляже есть спортивные и игровые площадки. Обалденный замок построили. Пляжный отдых в Бибионе удачно совмещается с проведением лечебно-оздоровительных процедур в местном термальном центре. Таким образом достигается наилучший эффект от пребывания на курорте. Да, вот так, друзья. Бибионе – это термальный курорт. Бибионе практически сливается с расположенным к северо-востоку от него Линьяно, но эти два населенных пункта относятся к разным регионам Италии. Я раньше думал, что это почти одно и то же. Бибионе удивительно удачно расположен на берегу Адриатического моря, соседствуя с такими популярными курортами, как Лида де Езело и Линьяно. Расположен в Венецианской ривьере, Бибионе со всех сторон окружен водой, море, озера и реки. Кстати, на этих речках можно и порыбачить. Отдых в Бибионе также пойдет и тем, кто любит совмещать пляжный отдых с экскурсиями. Несомненным плюсом курорта является его равноудаленное расположение от популярных экскурсионных направлений Венеции и Триесты. Поэтому добраться до них не составит большого труда. Кроме того, из Бибионе можно доехать до высокогорных озер, Доломитовых горах, а также до Вероны и Падуи. Друзья, это фантастическое место. Кстати, мы были в прошлом году в Триесте. Там
посетили такую большую яму, это пещера гигантская, это стоит вам увидеть. Кстати, ссылочку наверху оставлю, посмотрите, вам очень понравится. Лето, жара, Бибионе, Адриатическое море, горячий песок, такое красивое море. Кстати, нам очень нравится Адриатическое море, то, что оно не сильно глубокое и быстро нагревается. Так что первым же, при первых горячих деньках мы едем сюда. Мы живем на границе с Германией и Австрией, Баварией мы живем. Так что мы с удовольствием едем, нам ехать здесь 4-4,5 часа и отдыхаем в Бибионе. Поэтому мы и стремимся сюда. Конечно, можно поехать и дальше по Италии, но это дальше и больше времени требуется. Иногда просто человеческая лень. Охота по-быстрому съездить на море. Понимаете, вот поэтому мы сюда и ездим очень часто. Наверное, многие другие туристы. Было бы море поближе, в другом городке, так мы ездили бы туда. Море, знаете, и есть море. Так что отдыхать на море всегда охота. Люди тянутся к свету, к солнцу, к песочку горячему, к морю теплому. И расслабляются на курорте. Так вот такая грязноватая поверхность немножко, видать не убрали, я не знаю, может быть общественный пляж, и вот водоросли здесь есть, и веточки, а в общем-то побережье очень хорошее, так что ребята, приезжайте и наслаждайтесь пляжем, ну или вот такой очередью замороженным. Видите, здесь все стоят и ждут. До новых встреч. Всем пока. Скоро нам ехать в Германию. Давайте. Спасибо, что смотрите нас. Счастливо. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Пока-пока.